В Южном Казахстане строители испытывали стройматериалы на прочность и качество прямо на заводе изготовителя. Объектом внимания стал ПВХ-профиль. После тестов представители строительных компаний высказали свои предложения. О сотрудничестве потребителей и производителей в материале Наталья Цой. Предприятие по выпуску ПВХ-профиля для окон и дверей запущено в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития. В прошлом году выпустили 7 тысяч тонн продукции. В этом году показатель планируется сохранить. Спрос есть, потому что за качество здесь отвечают. Мы каждый час проверяем качество продукта. У нас есть своя аттестованная независимая лаборатория. Каждый час профили относятся в лабораторию и проверяется его соответствие цвета, соответствие сварного шва, соответствие всем геометрическим параметрам. В этих многоэтажных домах в новом административно-деловом центре Шымкента установлены пластиковые окна бренда «Аспан». Мы сейчас заключили на сегодня на сумму более 30 миллионов. Качество очень хорошее. Будем в дальнейшем работать с ними. Несколько строительных компаний, приехавших из соседних регионов, заинтересовались работой лаборатории. На их глазах профиль подвергли воздействию различных температур. Он прекрасно выдержал 100-градусную жару и 40-градусный холод. Мы всегда учитываем их пожелания по части качества продукции, по цвету и по геометрическим размерам. Мы, если выпускаем 4 цвета, сейчас нам предлагают выпускать другие, которые не хватающие цвета, то есть красный, желтый, синий цвета. Такие пожелания казахстанские компании не могут донести до иностранных производителей. Зато местные учтут все. Но и они нуждаются в поддержке, поэтому местные власти стараются познакомить с отечественной продукцией потенциальных потребителей и обеспечить им доступ к участию в государственных закупках. Наталья Цунурмахан Мусатов, Шымкент.